Мы планируем там быть до четверга. Ориентировочный объем закупок будет 5 тонн. Дальше мы все перевезем в город Благовещенск. У нас здесь есть 10 цех. Мы ее заморозим через шоковую заморозку. То есть это правильный способ заморозки, в результате чего ягоды сохраняют все полезные свойства. И в течение года нам, конечно, ее не хватит. Мы будем искать другие способы, где ее закупить. Будем ее перерабатывать.